Виктор, снимай. Студия. Книги. Вот так вот. Эмоцироваться и отдыхать надо учиться. Кошечка. Сегодня будет как раз мастер-класс «Ведерного характера», где как раз соединение тотемов, соединение черных масел, соединение культуры, дизайна, который будет поедал вместе, мы пойдем соединение с Делинским, с мастером. И вот это искусство мы будем вам показывать на протяжении нескольких месяцев нашей формации. Потому что важнейший момент умение активизировать свою волю, энергию и умение расслабиться. Как это? И особенно это важно для кого? Для богатырей, для викингов, рыцарей, ну и, конечно, для мало.